Ну вот, запись пошла. Ты включи сначала, выключи моды. Поворотник включи правый. Ага, ну вот. Выключи. Включи свет. Свет так работает, видно, выключи. Ну, аварийку включи. Выключай. Ну и сигналку. Все. Теперь на моду переключись. Спину опусти, наклони до конца. Ну ты как бы ляг, чтобы видели, как человек в лежачем положении будет. До конца? Ну все, поднимаю. А, не-не-не, опусти. Ты же все равно видишь. Ноги теперь переключись. Сначала одну, потом другую. Не поднимай обе сразу. Ну, теперь другую. Ага. Переключись на спину, подними ее. Все. Переключи, чтобы все моргало. Да. Так, да, вот эту функцию. Кресло наклоняется само. То есть вот полный аналог от Тобок B600, B500. Тут только нету лифта. Остальные все функции вот у нее работают. Как бы коляска в два раза дешевле, чем P500, B600, со всеми прибамбасами, как говорится, брызговиками, мягкими штуками под колено и так далее. Ну вот, ноги также опускаются. То есть все как бы действует, все, весь функционал. Скорость коляски у этой 7 км в час. Аккумулятора хватает по характеристикам, как бы, заводу-производитель до 35 километров. На одной зарядке заряжаются они, ну, как пишет производитель, там, до 12 часов рекомендуется. То есть на ночь ставится. Аккумулятор у нее стоят, два аккумулятора, 50 ампер часов. Вот. Что еще? Колеса у нее накачиваются, как правильно сказать. Не полиуретаны. Забыл, короче, как это правильно сказать. Но накачиваются качком воздуха. Есть также опрокидывающие колесики. А, да, мощность двигателя. У нее два двигателя стоит по 300 ватт. Вот мощности, конечно, не хватает ей. Хотя бы двигатели поставили, чтобы разгонялись до 450. Было бы классно. Так они слабоваты для этой коляски, для этой функции, наверное. Решили сэкономить, не стали делать более большие движки из-за того, что много двигателей и аккумуляторов, наверное, на меньше хватало. Так вот, как бы такой небольшой обзорчик коляски. Артоника плюс пульс 370. Приобирали, собирали деньги всем миром. Помогал мне записывать Леха, был в коляске, сын мой. Так что, если что, пишите, задавайте вопрос дальше.